На дворе месяц Элул, и по еврейской традиции принято каждый день трубить шофар. И сегодня шофар выходит на улицы Москвы, чтобы как можно больше людей услышали его звуки. Поехали! Наколка, наколочка. Эй, не проспи, Рош Шана. Приходи в синагогу, слушай шафар. Автофокус поставить там, не знаю, ну что-нибудь сделать такое, чтобы получалось.